Так, у кого мяч, мы не видим. Вот здесь сейчас он... там Селенко. Пошел Жарков, Жарков один. Мог бы Тумалов за мяч побороться. Подрезав блок. Хорошо здесь. Ох, как широко. Сухин и будет. Попытка, здесь Дмитрий попытка, Сухин. Да, Дмитрий Сухин. Ну круто, ты видел, какую просто была первая. И... Второе, это вот это было когда. И причем счет у нас был 16-9, сохранялся какой момент. Ну сейчас все, сейчас Вадим Жарков. Жарков. А вон даже уже приторился. И пошел, хорошо, действует, отлично, просто великолепно. Ух ты, да посмотри, что Локомотив делает. Вот, пожалуйста, Сазонов. Владислав Сазонов в подарок на день рождения своей супруги Надежде. Надежде, да. Я так понимаю, с преимуществом на схватку, да, Металлург работает? Да, ох реализовано, ох говорит Артур Коптёх. Ну а в это время Дин Гордон уже самостоятельно в зачетку влетает. Да, 15 номер к своим 4 очкам за 2 успешной реализации добавил. Ну, я бы назвал так, все равно сумбур в схватке. Вот сейчас немножко похоже уже на то, как нужно действовать. Ратиашвили. Да, снова они тут запустили игру. Ох ты, World of Tanks. Вот, вот, пожалуйста. Ратиашвили вот взял инициативу получите, в свои руки. Да. От этого обнулили неточной игрой. И снова в короткую сторону. И снова, как ох, мы видим, очень хорошо прорывается линия. Это у нас Орлашов, который вышел на замену. Ноги еще бегут. И добежит, добежит. Попытка, попытка Владимира Орлашова. Вторая попытка для... Один в один, их очень сложно захватывать. Чернышов, первая точка. Алексеев там, да? Митков, по-моему, был. А, Митков, Митков, да-да-да. Есть построение уже, Афанасьев туда. Пошло давление, слабая хорошо, попытка. Попытка. Смотрим, Чернышов, да. Фантастический Чернышов. Это 20 четвертая. Очков уже четвертая. У него в сезоне, да. Фантастика, он просто обрел вторую. Енисей пока по ширине растягивает. И тут у нас Александр Будыченко, Хитак Забелов, подкидка есть. Хорошо двигается этот Дмитрий Герасимов. Алексей Щербань по темпу. Гайсин. Отлично. И Елгин бежит. Есть поддержка. Великолепно. Показалось, это... показалось, что Елгин мог сам, на самом деле, забегать за четку, но как-то постеснялся, что ли, отдал набегавшему. Он решил, так, какой же степ сделать в следующий раз. Франсуа Стюхёзен. Ну, конечно, взрывная скорость вот эта вот с места, он прям набирает какую-то мощь и таким образом проходит редут соперников. Ой, хорошо, ой, ой, Макаренко пошел, и Кротов Дмитрий двигается, но подскользнулся, конечно. Я думаю, в перерыве некоторые игроки сменят Буца, может быть, не угадали с шипами. И где, где? Ну и, наконец-то, хорошо, Хетак Забелов. Есть попытка. Есть попытка. Все, стрела критики пока отразил. Да, все. Занес попытку, молодец. Хетак Забелов, попытка, счет становится 22-0. И уже в первом тайме...